Между тем, скандал разгорается вокруг американской авиации в Афганистане. В Кундузе под бомбардировку попал госпиталь гуманитарной организации «Врачи без границ». Погибли 9 медиков, еще почти 40 человек из числа персонала и пациентов получили ранения. Как заявили местные власти, силы США атаковали госпиталь с воздуха под предлогом того, что на его территории укрылась банда талибов. Однако, как отмечают, по международному гуманитарному праву, любое медучреждение должно быть защищено в любых обстоятельствах, даже если внутри подозреваемые в терроризме. Спокойнее в Кундузе не становится. В городе продолжают орудовать мелкие группы экстремистов, которые намеренно обустраивают позиции в жилых домах и на социальных объектах.